мимо Грисен, цепляет Сантоса. Сантос, реакция плохая, может погибнуть, погибает. И играют по Элизе сейчас, отпрыгивает Криокс. Цепляет сейчас Паранойю, и Паранойя тратит свою жоню, однако команда не сможет поддержать. Да, Арианны, и все понимают, в Эвиктисе Паранойя погибает. Албинин сейчас Блицкран. Очень сильно проседает Люцен, стреляет по Докси. И Докси очень еле живой, даже остается с Олесей, нажимает на жоню, погибает. Казикс отлично сыграл с Олесей, забейтил противника на это. Докси идет вперед, цепляют еще раз спиной, минус спиной. В Эвиктисе идут дальше, у Барона 1500. Даблкилл сделала Калиста, в Эвиктисе делают Барона. Олеся, ульта Арианы, но, по-моему, Вейвиктисы идут вперед, и Вейвиктисы идут к победе, и Virtus.pro не могут устоять от этого натиска. Уже неплохое начало для Вейвиктис Esports и неплохое начало для континентальной лиги. Но Коли... Даблэйм заходит на мид, но там дробовик дает очень хороший раскаст и выходит, почти забирая. Даблэйма хочет дальше со скачка, играет дробовик, переагрессивничал и погибнет, возможно, за это сейчас. Витропокер со скачком идет дальше, забирает первую кровь, но играют ульту, Зайра успела дать, и это может быть проблемой сейчас для Даблэйма. А вот и стрела от Эш прилетает, и Даблэйм должен погибнуть, но как же долго живет. Успевают с собой вместе Казикса забрать, последний переключился на Коли, пытается отступить, появляется Кассиопея здесь. Миракл ультует, дробовик под фокусом оказывается, ему очень больно, но звенья забирают уже Вега. Идут дальше по скэшу, дробовик тоже здесь, у дробовика уже ничего нет. И как-то надо отсюда выходить, застанили скэша, скэш еле живой, дробовик смог парализовать. Даблэйм зафейлил ульту по Делорду, но стрела от Оптимуса просто ужасная. Даблэйм может выйти, но вряд ли получится это сделать. Оптимус его фокусит, подходит дробовик. Сейчас будет здесь проблемки для Натус Винцера. Падает еще и башня. И Миракл, Виктор сюда не успел, Гнар сюда не успел. Это Даблэйма нет маны, чтобы Занза хочет продолжить. Занза! Занза! Занза сейчас очень сильно ошибся, может за это погибнуть. Нами хотят закончить этого барона. Теперь уже сейчас забирают Занзару, играют по Оптимусу. Оптимус пытается выйти, за ним гонится дальше. Нанхоли прилетает, дробовик вместе с Делордом, и Нанхоли здесь. Сумбурная драка, Нанхоли полетит ли вперед. Скэша сейчас подбросит, скэш должен погибнуть. Даблкилл для Кассиопеи, и Нави отступают. Пасен. Занза прыгает сейчас агрессивно в Питера Покера. Его добивает дробовик, идут дальше по скэшу. Терять нельзя, 50 секунд, дестаймеры. А у скэша уже нечем выходить. Даблкилл для Кассиопеи. Я слышал крики, поэтому идет инициация сейчас. Вот Зайри играет Даблэйм, стрела попадает, Делорд погибает, но успел дать ульту. А это самое главное. Кассиопея стреляет по Даблэйму, Звени не смог застанить дробовика и умрет очень быстро. Минус Даблэйм, минус Звени. Идут дальше Вега. Шансов у Нави очень мало выиграть сражение в целом. Прыгает Занза по скэшу, гравитационная поле не попадает ни по кому. Занза со скачка играет по скэшу, его станет минус скэш. 17-14, это будет вторая сторона сейчас. Вега хотят заканчивать, хорошее гравитационное поле. Оптимус немножко запаниковал, использовал исцеление. Дробовик идет дальше, дробовик неостановим, забирает Питера Покера. 18-14, Миракл встанет, Миракл пытается выйти за счет ульты, но Буря Перьев сможет ли сделать что-то? Не дробовику, дробовик забирает Ниццу. 19-14, 9000 преимущества, и Вега открывает сезон с победы. 19-15. Да, друзья. Не, да. По-моему, не будет. Ну, здесь комба хорошо влетела. Он стоял на базе, стоял на базе сейчас. Тут, да, идет ногами в итоге. Босс, а что? Конечно, она пошла хорошо, босс ведь не было. Он байтил, он байтил до самого конца. Так, мы, уж кто, а мы таки за пошел сюда, хотели забейтить, но у Димашки здесь. Випа дал прокнуть боссу свою ульту, минус Випа, и Димашке тоже будет непросто уйти, но здесь Рипи появляется. У Маркера проблема, у него уже нет эскейпа, кроме скачка, он его дает, но появляется. Сейчас здесь Италия тоже. Играют по Элизе, Элизу забирают, Джарван подбросил двоих и дал катаклизм. Ульта Фиоры, сейчас Рипи может попробовать всех убить вместе с Герольдом. Випа еле живой, но босса забирает. Рипи тем временем сейчас забирает маркер в итоге противника, и проблемы уже и у Рипи. Как ему отсюда выходить? Да скорее всего никак. 5-2 в пользу Джастов будет сейчас счет. Барьер уж совсем лишний. Даблкилл для маркера. На спине он может сдать свою... Появляется, попадает сейчас по талии. Идет дальше маркер. Рыба на Антариусе. Двойная бомба тоже на Антариусе. Цель не лучше. Изнурение тоже прошло. Тут и Бипа появляется. Там играют по маркеру, но маркер продолжает жить. Антариус уже погиб. Кинзу продолжает стрелять. И отступают. Ракс и Димашки еле живой. Ульта Варуса. Минус Элиза. И минус 2 для Раксов. Какие хорошие бомбы! Но Физ умер уже, идут дальше. Сейчас Сэджестер может разогнаться. Бипа погибает от ульты Варуса. По Сэджестеру играют. Сэджестера подбрасывают. Кинзу продолжает стрелять. Сэджестер пытается развернуться, его забирают. Димашки умирает от жесткого Макса. Будильником просто добил Зиря, но погибает и сам. Кинзу делает даблкилл. Босс может ли здесь убить всех? Похоже, что да. Антариус еле живой, но выжил в итоге. И потому что там же Вакейтинг.
Макс уворачивается от Хоган, дает две бомбы. Хороший. И использует абсолютное умение. Двойную бомбу по Димашке и Кинзу. И Джасты просто невероятно драки проводит. Жоню дает маркер. Гонится дальше за Бипа. Двойная бомба, нет. Джессер играет со скачка по Димашке, добивает его. И вот это, друзья, должен быть барон на шортов. Заходит. Так. Если Джессер заезжает, застанил Кинзу. Кинзу в контроле не выходит. Еле живой остается. Двойная бомба опять. И минус Джарван тем временем уже от Фьоры под Т2. Босс просто задавил противника Сэджестер. Выживает даже без ульти жесткого Макса. И вновь никто из джастов не погиб. О, Кинзу! Нельзя так подставляться. Еле живой остается Кейтин. Джестер за ней гонится. Появляется маркер. Протремень. Минус Кинзу. Минус Браун. Димашки еле живой. И джасты просто эйсит противника без всяких шансов на... Ну, не эйсит. Бипа может останется даже в живых. Но и джаст. Вега и Вейвиктус Esports по итогам первых трех игр имеют 100% винрейт. Совместительство аналитик команды подтверждает свои слова. Ходит Санза, будет из скачка играть. Здесь оглушение по Синсину, может быть первая кровь. Однако скачка пытается выйти из дрыня по Огнивсу, и Синсин все-таки погибает. Первая кровь достается до Лорду, не успевает зайти Рич. Однако он может вторым темпом сейчас играть. Винсент, у него еще есть скачок, играют здесь под Лорду. Мало здоровья у него, Санза открывается на нем. Лорд, мало здоровья, выфлешивается. Винсент не добивает скачком. Что за игра Винсента? Скачка играет Санза, 2-0. Вега открывает игру. Так, ульта, двигает ну, прямо с мурфаку Холли, дайв, Рич заходит также на верхнюю линию, толкует, у него еще есть Едрипел, он будет обязательно его юзать, со скачка смур добивает своего оппонента и выходит, дайв прекрасный. Так, летит здесь Корки, улыни дробовика, ну а где же вторая Валькирия, она уже была использована, большая ракета убивает дробовика. Один удар, Р. 20% стелтанку, Симсин, зачем же какая туда ульта? Хорошая ульта, но здесь ловушки расставлены. Идти туда, возможно, и нельзя. Так это делает Рич со скачка. Но здесь все под уезд на этот 19. Кто же здесь победит? Вега начинает разбивать этот 19. Все погибают. Прекрасная ульта дробовика. И ульта Кейтлин не добивает. Смурфаст вкупе с двумя геническими драконами. Очень здорово. А здесь Делор встревает. Скачок вынужден прожимать. Кези. Ракеты неплохо. Но Рич ловит ху. Его пытается сосейвить Симсин, но Рич падает. Здесь играют еще и по Занзаре. Занзар упал, Симсин тоже. Троих чувствует себя прекрасно, а вот у Кейзи небольшие проблемы. Здесь заходит Смур, крюк скачка играет по Делорду. Пытается его добить, но крюк инстантный. Играет по дробовику, очищение, и Смур здесь падает. Дайв, тут же идет кэдшотов, очень много. И здесь еще и ставятся ловушки. Минус Симсин, минус Рич, который со скачком опять же погиб. Погибает здесь Занзар, а Лукейзи продолжает настреливать, но у него ресурсов немного. Дробовик играет скачка, Лукейзи может по нему доиграть. Со скачка играет Лукейзи, здорово, минус дробовик. Здесь нужно еще носить урон. Погибает Делорд, и здесь Лорд Холли с малым количеством здоровья, но стреляет Оптимус со скачка, минус 5. Делает Вега Сквадрон. А смогут Вега уже закрывать сейчас оппонентов. Санса со скачка прекрасно подкидывает. Винсент большой опасности. Разваливается F-19. Минус Синсин, минус Смурф. Дальше играет Вега. Никого не забирают F-19. И Рич может также встрять. Скачка уже нет. Репел был дан. Минус 3. И Рич точно погибает. Минус 4. Очень здорово играла Вега Сквадрон. Мне очень понравились макро-решения. Стоять, он его сможет стампить. Здесь да, здесь атакуют сейчас Миракла. У него здоровья очень мало, у него втроем идут. Но укус, прекрасный ультимейт идет от Браума. Откидывает Даймонд Прокс с бочки и первую кровь делают Гамбит и Стажер. Прекрасно плечом к плечу использовал. Нави пытается ответить пакет, но скачок Стажера его спасает. И, естественно, Бидермогер сюда с Валькирией уже не поедет. Тиммейты заходят, будет играть Валькирия. Апекс Нориен начинает расстреливать. Апекс Нориен, но минус. Минус Вешка, но плечом к плечу идет Валькирия. Кира бежит вперед для того, чтобы Стажер покинуть. И Стажер покидывает, заберет, но не может его забрать, потому что мало здоровья. Питер Покер. Кэтвор здесь своим контролем только ультимейтом зацепил двоих. В итоге прекрасный скачок и таран от Даймонда здесь зацепил еще двоих. В итоге два убийства для себя дополнительно они заработали. Только одно из которых получил Бластин. Прекрасно вышло. Здесь уже из этого дракона жадничают. Даймонд Стажер набирает Бластин инфернального. И за это можно даже попытаться и отдать одного, но двоих я уже не уверен, потому что Даймонд тоже погибает. Их приятно. Драка! Стажер рывается вперед. Очень поздний телепорт. А Дабл Эйм уже погиб. Свеги сзади лишь делает телепорт. Будет пытаться добить Киру, но оглушение получает. Бластинг его расстреливает. Даймонд просто в опасности, но погиб Звенев. Мэклайне не смогла его команда поддержать. И 2-0 размен.
Эдвард пытается ворваться вперед, но мини-ульта Мальфита не работает. Однако сейчас он может сам стрелять, потому что скэш по нему делает ультимейт. Но атакуют дабл эйм, у него очень мало здоровья. Выкидывают Питербокера, он должен будет как-то отлетать. И он отлетает, Эдвард забирает. Но скэш также погибает. Ульта Кейтлин и Бластинг здесь, имея свой скачок, скорее всего, все-таки Питербокера добьет. А здесь играет стажер, забирает Миракла. Дабл эйм также может погибнуть. Со скачка выходит сам. И со скачка также играет Даймонд Прокс. Сейчас инициацию не дадут, они уже никак не дают. Они дают ему по Грагасу, но Грагас толстоват, чтобы на него инициировать. Эдвард бежит, не знает, по кому ультовать, но слишком сильные гамбиты. Стажер сделал плечом к плечу и забирают звенья дабл эйма с кэша. В итоге там еще Кира сзади урон. И здесь гамбиты, конечно, переигрывают. Не... По-быстрому! Александр, ты просто молодец. А я, дамы и господа, хочу поздравить не Гамбита с их победой, а вас, что вы смогли лицезреть игру такой команды. Пытается переигрывать. Да и не всегда удачно. Заходит сейчас на М19 ган. Делают ульту здесь жести. Пытаются как-то защититься, но не получается у М19. И это размер 1-0. Стать Винсента выживает. И дайв уж не самый такой удачный получается. Особенно учитывая, что погибает жесткий Макс. Пацан ультимейт даст, но маркер не подставляется. Стоит вообще пассивный игрок. Играют Лукези с ультимейта. Жести здесь заходит. И это, кстати, минус Лукези. Убийство. Неплохо маркер здесь сыграл. Ставился, это только его ошибка. У него на топе... У него не было Шена ультимейта. И здесь пока Пух встрял. Почему-то остался. Что Пух-то делает? Пух. Скачок с, просто исцеление прожимает, кстати. Приходит, но он здесь стрелять может сам. Джейстер выходит, а очень лоу хп. Как же Джейстеру здесь подфартило наше слегка. И маркер врывается, убивает Симсина и начинает раздамаживаться. Ульта совершенно в молоко, но босс Таутис Мурфа сможет ли босс уйти. Рич хочет по кому-то сыграть. С прыжка идет Рич, ну что же он делает? Мало-то здоровья у него очень осталось. И со скачка его босс добивает. Предмет уже ужасен. Не знаю, а Варвик здесь ужасно дает ультимейт. И Спух, Лукеси, но ульта. О, какая прекрасная волна. Это минус 2 инстанта. Смурф пытается свою команду задефить, но как же поздно он входит. Минус 3. Винсент разваливается. Смурф пытается уйти, но Джейстер со скачка его догоняет. И это минус Смурф. 4-0. Будет ли Джейстер это делать? Так, побежал. Побежал. Неплохо. Жесткий бакс. Минус 1 Винсента бегу сразу. И Симсин также падает. Джасты заходит спокойно на рампу, уничтожая своих оппонентов. И это вторая победа Джастов. Неплохо сыграл здесь. Ой-ой, га, падает Пух, опасно! Погибает также еще и Джестер, но погибает Смурф. Почему-то М19 пытаются на все деньги сделать Нашора. Кому же достать Нашор? 2000 золота, даблкил делает сейчас Маргер. Даже еще не кастуется свой ультимейт. А с ультимейта он забирает Барона. Это был вздох последней надежды, который не оправдался от команды М19. Главное, Джастам побыстрее. Вот как раз ультимейт от Сатрейтера идет. Тристану забрали, все, остается один Лукези, у него нету ультимейта своего. Вот у М19 совершенно провальный день для экс-чемпионов LCL. Провальный для М19 и феноменальный для Джастов. Прекрасно отыграли две игры, видно, что у них подготовленные сетапы. И жесткий Макс, и Пух, и Маркер во второй игре на Ариане был шикарен.